Скандал в 203-м детсаду Яслях на поселке Котовского. Помощница воспитателя в присутствии других детей оскорбила ребенка. Няне не понравилось, что малыш громко напевал мелодию. Инцидент случайно сняла мама одной из воспитанниц дошкольного учреждения. Что там за дебильный ребенок играет? Это он. Это он дебильный? В течение суток после публикации видео и выяснения обстоятельств няню уволили в департаменте образования. Подобного рода высказывания в адрес детей считают недопустимыми. Департамент освіти проведе відповідну нараду з усіма завідувачами навчальних дошкільних закладів Одеси, тому що для нас це дійсно прикрий випадок, який не має місця в системі освіти, тим більше в роботі з дошкільниками, з дітками маленького віку.